постирала длинную куртку, поэтому направляюсь в подвал. Там у меня стоит стиральная машина. Забирать вещи. Курточки постирались. Очень хорошо. Закончился порошок, которым я пользуюсь от Эковер. Вот этот фиолетовый мне больше всего понравился. Color для цветных вещей. Там есть у них голубой. Голубой тоже неплохой, но почему-то вот фиолетовый больше нравится. Надо будет завтра в центре обязательно зайти в ДМ и купить. Нету? Выбрасываю. Хочу поделиться с вами одной мыслью. Буквально позавчера я смотрела документальный фильм о людях, которые не могут удержаться без совершения какой-то покупки. Неважно, будь то это заказ онлайн или просто офлайн, когда вы идете в магазин и что-то покупаете. И на момент того, когда я смотрела это видео, немножко представила в какой-то степени себя, но там совершенно запущенная ситуация, люди покупают и даже эти покупки просто лежат новыми, с этикетками. Если это касается одежды, то одежда даже не надета ни разу, но просто человек хочет идти в магазин и что-то купить. Неважно что. Вот, конечно, я не совсем прям такой человек, да, но тем не менее, в последний раз, когда я себе купила, то есть заказала тени у Джеффри Стар, заказала я их где-то 2 месяца тому назад, и даже вам не показывала, только одну палетку демонстрировала в Инстаграм, в сторис Swatch делала, и все. И они у меня лежат, нетронутые. Я даже ни разу не сделала макияж, а в одной большой палетке я даже не делала свотчи. Единственное, там есть 2 оттенка с новой формулой от Джеффри Стар, поэтому я их, конечно же, захотела просвотчить и только их просвотчила. Так, говорю же, не делала никакого макияжа, никаких свотчей. И я поняла, что у меня, возможно, такой, знаете, при покупке, конечно же, это всегда приятно, да, онлайн, когда заказываете этот заказ, выбирание, да, чего-то, что вы хотите купить, и потом ожидание самой посылки, когда приедет, это всегда так приятно. Я поняла, что, возможно, я и отношусь к тем категориям людей, которые покупают, и потом это лежит, именно связанное с этими палетками, конкретно с этими, почему-то я себя так почувствовала. Я не говорю, что это обобщенно со всей косметикой, да, и в тот момент у меня ощущение было, что у меня не потребительское такое вот желание купить эту палетку, да, не для того, чтобы ее использовать, а для того, чтобы коллекционировать. Вот. Но это касаемо только вот этих вот 2 палеток. Говорю же, вот они уже 2 месяца, и я еще даже не использовала. Но я безумно рада, что они у меня в моей коллекции. Вот что я имею в виду. Поэтому я решила себя с этого дня немножко ограничить в покупке косметики. Это не будет какой-то определенный проект. То есть я не хочу прям себя ограничить так, что я совсем ничего не буду покупать, да. Нет, конечно же, если меня что-то прям заинтересует, и если по необходимости что-то у меня закончится, да, и нужно будет заменить, то я куплю. Ограничение в том плане, если, допустим, я посмотрела там блогера, да, и она так вкусно описала палетку, что мне захотелось ее приобрести. В этом плане я себя хочу сдерживать. Сначала остановиться. Вот мне очень хочется эту палетку купить. Не могу. Вот прямо сейчас закажу. Но я поняла, что сначала я остановлюсь, посмотрю, есть ли у меня такие оттенки в коллекции, и успокою себя как-нибудь. Вот, допустим, Beauty Base, коллаборация Nikki Tutorials. Я так хочу эту палетку. Вы просто себе не представляете. Она сейчас с почти
50% скидкой, вообще 40% скидка, так она стоит 30 евро, а на данный момент 17 евро 95 центов. Я точно не знаю, до сих пор ли эта акция действует, потому что, получается, вчера я еще смотрела, вот, смотрела в корзине, оно у меня лежит, хотела себе купить, но поняла, что я хочу немножко себя воздержать в этом. Потому что понимаю, что у меня, в принципе, похожие оттенки есть, и тем более у меня есть палетка от Beauty Bay Bright Matte, которая просто, ну, великолепная. Больше мне таких прям ярких оттенков на данный момент особо и не нужно, да. Поэтому хотела с вами поделиться, что я действительно сейчас не буду бросаться на какие-то скидки, на какие-то акции. Ну, говорю же, если я уж прям очень захочу, я от себя, естественно, не буду воздерживать. Но, тем не менее, ограничение хочу сделать такое небольшое для себя. Не сразу пойти и покупать, вот увидела и захотела, а сесть, подумать, обдумать, нужен мне этот продукт или нет. Посмотрим, что к концу года, конечно, получится. Поэтому я решила, что хочу проинформировать вас об этом, и чтобы вы знали, что я создаю себе такое ограничение, но ни в коем случае я не хочу, чтобы это ограничение как-то мне мешало или мне было некомфортно с ним. Говорю же, вот мне если что-то захочется очень-очень сильно, то, естественно, пойду и куплю, да. А вот так вот просто бросаться из-за того, что увидела, касаемо, допустим, тональной основы, у меня куча тональных основ, зачем мне еще что-то покупать, вот. И какая-то новинка выйдет, и о котором будут все просто пищать, и мне захочется купить, да. Вот в этих случаях я имею в виду, я просто сяду и подумаю, прежде чем это делать. Или покупать какие-то тональные основы в запасы, как я это сделала с Essence и It Cosmetics, и была хорошая там акция, да. Вот в этом плане, действительно, сейчас буду концентрироваться на тех продуктах, которые у меня есть в моей коллекции, заканчивать, делать Project Pen, посмотрим, что будет к концу года. Все мы с вами увидим. И давайте вам быстренько покажу палетки, которые я купила. Свотчи делать не буду, девочки. Кому интересно, вы просто можете в интернете найти свотчи на эти темы. Я думаю, просто как-то не знаю, в последнее время не особо меня интересуют свотчи. Только если, допустим, палетка, которая новая, да, новинка, то хочется свотчи посмотреть. А эти палетки уже 100 раз просто о них разговаривали в интернете, то есть на YouTube можно найти кучу обзоров и свотчи. Вот такая вот замечательная палеточка. Конечно, пару свотчи сделаю, мне очень нравится вот этот оттенок здесь. И вот этот вот тоже. Вот эти два сделаю вам. Тени, конечно, шикарные. И эту палетку, она просвочена, показывала я в Instagram, поэтому она уже не свежая, но макияж еще не делала. Вот такие оттенки. Шикарный цвет. Много слишком набрала. Вот, посмотрите, какая прелесть. Ну, тени от Jeffree Star классные, вы знаете. Ну и следующая палетка, которую я очень хотела, Вот эта. Bloodlust. Она шикарна, конечно, девочки. И вы знаете, я за нее отдала всего полцены. Так она у нас здесь стоит больше 60 евро, а я купила ее всего за 32 евро. Представляете? Такую красоту, такое богатство, такой действительно коллекционерский айтем, как говорят. А, не могу вытащить. Посмотрите вы на эту красоту. Конечно, вот этот вот бархат очень быстро будет пачкаться, но тем не менее я буду аккуратно пользоваться, чтобы этого не произошло. Ну, это просто что-то такое королевское, не знаю. Просто поставить вот так вот сзади. Посмотрите, как будет красиво смотреться. Но я в коробочке хочу хранить, потому что все-таки пыль будет собираться, мне кажется, на бархате. Вот таким вот образом открывается сама палетка. И вот такие вот замечательные здесь оттенки. Вот про эти два цвета я вам говорила, что просвочила. Сейчас вам я их покажу. Так, не видно, да? Вот тени. Интересная просто цветовая гамма у этих теней. Действительно, все такое разное. Мне кажется, здесь куча различных макияжей можно сделать. Вот эти вот. Сделаю вам свотчи. Они обалденные просто. Действительно отличаются по текстуре от обычных шиммеров Jeffree Star.
как будто они немножко мокрые, что ли. И говорят, что они действительно вот на веках как мокрый финиш дают, эффект мокрого финиша. Посмотрите, уф, прелесть. Так что такие у меня покупки были. Вы, конечно, напишите, если вам хочется увидеть действительно сочи от меня. Ну, бывает такое, знаете, у одних сочи смотрите как-то вам не очень, у других смотрите прям очень нравится, когда они сочи делают. Ну вот, как-то говорю же, меня сейчас на сочи не особо тянет. Ну вот, когда меня интересует блогер, то я люблю от него посмотреть сочи. Поэтому пишите, если хотите на эти две палетки в отдельном видео, ну не в отдельном видео, наверное, по влоговым тоже покажу вам сочи, посмотрим, какие оттенки. И да, пишите. Нахожусь в магазине Мюллер. Смотрите, какие новинки появились по уходу за лицом от Catrice. Есть успокаивающие мисты. Я думаю, что с лавандой. Давайте оригинальную упаковку покажу, как выглядит. Вот таким вот образом выглядит. Да, с лавандой и сандалвуд. Забыла, что такое сандалвуд. Короче, сандал. Вот. Смотрите, кто-то испачкал крышечку. Очень-очень притягивающая и привлекательная упаковка, на мой взгляд. Посмотрите, какая красота. Значит, масло появилось 30 миллилитров. Это у нас что? Серум в виде молочка, такой белого цвета. Такая вот маска ночная. Смотрите, какая упаковка красивая. Маска для губ. И это у нас крем для рук. А нет, точнее, маска для рук, даже не крем. Действительно, очень красивые упаковки сделали. Прям молодцы. Посмотрите, какие дорогие гелевые лаки от марки Alessandro. 18 евро 95 центов стоит один лак. 8 миллилитров. Peel and soak. Хорошо сделали, что вот здесь сверху можно видеть оттенок самого лака. Не знала, что сказать. О, вот этот вот очень красивый цвет. Смотрите, с точечками, то, что я люблю. На бежевой основе такие вот различные коричневые точечки. У меня даже такого плана лак есть, обычный. А это гелевый. Вот смотрите, какой большой выбор нюдовых оттенков. Стоили бы хотя бы 9 евро, я бы взяла себе на пробу. Но 18,95 это, конечно, дороговато. Смотрите, какие классные миниатюрки парфюмов от Versace. Сейчас акции. Стоит 19,95. Конечно, миниатюрки, но зато можно попробовать. У меня вот такая вот версия была, давно-давно помню. Очень-очень, конечно, нравился аромат. Вот одна упаковка осталась. Пойду понюхаю вот эти вот три. И, возможно, если они мне понравятся, могла бы приобрести. Хотя не уверена. Там такой объем маленький. Сколько? 5 миллилитров всего лишь. Но, тем не менее. И так на подарочек тоже классно, да? Ну, допустим, от Moschino тоже есть. Moschino такие прикольные упаковки делают парфюмов. Вот парфюм от Versace. Розовенькую я знаю, как пахнет. Сейчас попробую вот эту. То, что в наборе, вот эту зеленую и черную. Так. Ничего себе цена, да? Так-то, в принципе, набор неплохо выходит. Ну что, ароматы я попробовала, но все-таки это не мое, поэтому мне невыгодно миниатюрки покупать. И классные новинки кистей от Real Techniques появились. Различные. Для пудры кисточка. Все стоят 9 евро 95 центов. Очень красивое сочетание оттенков, нравится мне.
Я себя ограничиваю в покупке декоративной косметики, но что касаемо аксессуаров, в плане кисточек и блендеров, я себя в этом не ограничиваю. Очень интересует вот этот набор. Растушевочная кисточка такая маленькая, то, что мне нужно для моих маленьких глаз. Оп. И безумно нравится блендер. Ну, с их блендерами у меня любовь-не любовь. Вот это вот их оригинальное оранжевого цвета мне нравится. Потом то, что я покупала в ТК Макс, мне не очень нравится. Поэтому я не знаю, как будет это. 6 евро 95 центов. Очень нравится вот это вот оформление тут. Приехала с работы, и меня ждала небольшая посылочка с сайта S-Style. Получила вот такую вот смываемую глиняную маску. Вы знаете, что моя самая любимая глиняная маска — это от Innisfree Super Volcanic Pore Clay Mask 2X. Именно 2X, потому что я их обычную версию не пробовала. У меня тут совсем немножко этой маски осталось. Вот, видите? И сейчас у него расход поменьше. Почему? Потому что я раньше эту маску использовала полностью на лицо, но по истечению какого-то времени я поняла, что все-таки глиняные маски для моей схожей не совсем актуальны, да? Что я хочу, чтобы в моем доме всегда находилась глиняная маска. Почему? Я не знаю, конечно, все глиняные маски так работают или нет, но конкретно эта глиняная маска зацепила меня именно тем, то, что, допустим, когда у меня наступает предменструация, так скажем, да, перед женскими делами, у меня высыпает иногда лоб. Не всегда, но иногда высыпает лоб, подбородок. И я сразу же прибегаю к этой маске. Почему? Потому что она моментально успокаивает каким-то образом кожу, и у вас эти прыщи далее, они не растут и не воспаляются. Они, можно сказать, через 1-2 дня уже сами по себе проходят. Если бы я не использовала эту маску, то они вот неделю бы еще у меня на лбу оставались и никуда бы не уходили. И поэтому я полюбила эту маску, и с тех пор я вам ее советую. Поэтому мне будет интересно, как будет работать вот эта маска. Марка вот так вот называется, Dr. Circle, наверное. Не буду коверкать, но вот что-то такое здесь. Объем у нас 115 грамм. Кстати, сколько объем у Innisfree? У Innisfree 100 миллилитров, вот написано. Ну, в принципе, практически одинаковая цена глиняной маски, поверьте, хватает надолго. И я думаю, что вот эта глиняная маска также будет действовать на лицо. Во-первых, она обогащена антиоксидантами, как раз-таки в качестве антиоксиданта, потому что много различных антиоксидантов, да, работает здесь премиальная какая-то матча, которая добыта с острова Чуджу, а Чуджу — это чистейший остров Кореи, вообще считается. Помимо матчи в составе также есть экстракт листьев камелии, который успокаивает раздражение и подавляет воспаление кожи. Вот само слово тут говорит «подавляет воспаление кожи». Можно и сказать про эту маску именно подавление, да, то есть каким-то образом у вас прыщи далее не растут, не воспаляются, а именно утухают и потихонечку начинают сходить. Потихонечку, но в то же время и быстро, можно сказать. Вот. И знаете, что самое интересное? Производитель говорит, что уже спустя 3-4 использования этой маски улучшится цвет лица, кожа станет чистой и исчезнут даже самые незначительные воспаления. Вот так вот. Так что не знаю.
Интересно, интересно. Вообще мне упаковка нравится. Она такая простая и оттенок такой классный. Чем-то напоминает горшок для цветов, да? Ух ты! Посмотрите, какая прелесть. Здесь даже лопаточка есть. Ну, я не знаю, лопаточкой, конечно, я не смогла бы наносить маску на лицо. Хотя, с другой стороны, это, наверное, чтобы пальцы не пачкать, так набирать. Не знаю, мне кажется, лопатка совсем прям не нужна здесь. Мне интересно, какой аромат. Ух. Ух ты, защитная. Крышечка даже есть. Давайте понюхаем. Ой, что-то мне напоминает. А что мне напоминает? Конечно же, глина там. Ну и, видимо, вот этот вот экстракт камелии, возможно, тоже свою какую-то роль сыграла именно в аромате этой маски. Такое свежее что-то. Не скажу, что прям супер приятное, но тем не менее. Мне кажется, даже это не важно, в принципе. Тем более, я говорю же, использую вот маску, вот эту вот Innisfree, я использую именно в тех частях, где у меня высыпание начинает появляться. Так что попробую эту маску, обязательно, конечно же, вам расскажу. У меня же еще одна глиняная маска есть, которую я купила от Isn't 3. Даже не помню. Да, Isn't 3 с полынью, точно, с полынью. Что-то плохо закрыла. Вот, такую масочку получила. Очень рада. И на этом влог уже буду заканчивать, чтобы скорее выложить на канал, потому что у меня давно не было видео. Но вы сами понимаете, в чем причина. Я учусь, учусь и учусь. Пока-пока. Увидимся в следующих.